В поселке Кавказском открылся современный молодежный центр. Теперь у юношей и девушек, проживающих в Прикубанском районе республики, появилась возможность заниматься саморазвитием в специально созданном месте, общаться со сверстниками, которые имеют схожие интересы. В центре побывал наш корреспондент Артур Мхце. Всем привет, с вами Марьям и Зура. Сегодня мы хотим поговорить о смене движения первых в лагере «Адель». Марьям, поделись, пожалуйста, с нашими зрителями своими эмоциями. Расскажи нам, понравилось ли тебе в лагере и что тебе запомнилось больше всего. На связи молодежный центр. Все, кому от 14 до 35 лет, теперь могут проводить здесь свободное время. Заниматься саморазвитием, улучшать свои умения, реализовывать идеи и мечты. Я бы хотела развиваться в сфере медиа. Мне очень нравится снимать видео, редактировать их, налаживать эффекты разные. Современный молодежный центр открылся в Кавказском во время празднования Дня Карачаево-Черкесии. Проект был реализован благодаря прошлогодней победе нашей республики во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» и уже пользуется популярностью у юношей и девушек из многих населенных пунктов района. У нас молодежь, она активная, она у нас талантливая, и им нужно именно такое место, где они смогут проявлять свои таланты, находить именно занятия по своим увлечениям. Здесь у нас имеются пространство развития, где могут проходить различные мероприятия, начиная от совещаний, мастер-классов, заканчивая семинарами, дискуссиями. То есть это пространство, где дети, молодежь может собираться, обсуждать свои идеи, планировать, делиться знаниями, опытом. Далее, сейчас мы находимся в пространстве идей, где имеется рабочая зона специально для детей, кто хотел бы свои идеи воплотить в проект для дальнейшего участия в грантовых конкурсах. Есть также пространство созидания, где будут проходить образовательные курсы, в том числе по 3D-моделированию, социальному проектированию. Здесь же ребята смогут освоить азы ораторского искусства, изучать аграрную тему и многое другое. Площадки по интересам – художественная, ремесленная, швейная, кулинарная мастерские, территория для движения первых и их идей, патриотическое направление. То есть любой человек сможет найти здесь что-то свое и обучиться любой дисциплине под руководством опытных наставников, либо самостоятельно, с друзьями. Почему здесь? Ведь можно пойти дома, посидеть, там попить, может. Здесь мы проводим время с друзьями, развиваемся, общаемся, мы тут проводим весело время. Дома будет одному скучно петь, нет такого прям вайба, как сказать. Ну, там не так дома хорошо, как с друзьями, с приятными людьми. В помещении, где есть микрофоны, компьютеры, где уже можно самим песни записать. Посмотри, какое небо над тобой, посмотри, какие травы и цветы. Посмотри на море ласковый прибой. Посмотри. Артур Мхце, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.